Все, начинается поход. Здравствуйте. Дима. Саша. Дима. Привет. Виталий. Юля. Саша. Илья. Илья. Ну все, еще наконец-то наши. Заехали в домик, поздно приехали, сил нет, да. Поэтому будем сегодня ночевать вот тут. Да. У нас все довольно-таки цивильно. У нас сегодня итальянская кухня. По-грузински. По-грузински, с грузинским акцентом. Мы варим макароны альденте и добавляем тушенки, чтобы все это сбагрить. Варим макароны, а потом добавляем... И сверху немножко. И вот голодные рты. Два. Самые голодные. Вот так вот нет. Да. Спички радуют. Здесь очень радуют спички. Ой, какие большие, высокие такие. Да, стройные. Вот, действительно хорошо. Они светят, я думаю. Сейчас попробуем. Вот как это выглядит. По-моему, прекрасно. Не обожжешься. Все, Макс, готово! Ну вот так вот проходит наш первый вечер. Приготовление перед выходом на 3 дня. Отбираем трусы, носки. Решаешь на шприцов брать. Посмотрим, что у нас здесь. Вот наша полянка. Там туалет. Здесь мы умываемся. Ребята сегодня уже в палатках спали, мы сочканули, спали в домике. Доброе утро. Доброе как утро. Как дела? Снимаемся. Уже снимаемся. Не знаю, это вот весь такой бардак. Как спалось? Хорошо спалось очень. Не холодно? Нет. Ну, жарковато чуть было, но под утро поддуло нормально так. Да? Поддуло. У нас все нормально, хорошо, спасибо. Идем на кухню. Мы будем завтракать. Всем доброе утро. Пане увидеть желает. А? Пан. А мы опять нарезаем. Продолжение банкета. Сыр, мелкую крошку. Завтрак уже. Кофе тоже, давайте по кофе пройдем. Овсяные хлопья. Все уже на плетях. Кстати, как насчет говяжьего бульончика? Бульончик? Да, вот в овсяночку, будет мило. В овсянку говяжьего? А, ну, я ни разу не пробовал, но думаю, что это будет круто. Еще рекомендую сбадрить все это дело соевым соусом. Кстати, я его привез. Как спалось? Спалось? Ну, так себе. Ну, я вроде выспался, но так, беспокойный сон какой-то был. Новое место. Ну да. У меня теперь каждый день новое место. И будет это продолжаться в течение... Ближайшую неделю так да. Все уже будет. Так, товарищи корейцы, да, уже. Это наш гид Максим. Белогубые. Я пока еще не белый, но все-таки надо. Вот у нас первые сотни метров восхождения.
Люська, 30 секунд минус лидеру на... 604. Сиськи дергал у коровы, да? Да. Ребята там остановились, молоко, видать, решили попить. Да? Альпийские и эльбрусские коровы. Идем всего лишь 35 минут. Жарко, но прохладный ветер обдувает. Сейчас будем набирать водички в нарзан. Тут он бьет отовсюду. Нарзанчик сейчас будем пить. О, супер. У нас привал? Судя по всему, да. Нарзан берем. Смотри, классная вода. Нарзан? Нарзан, да. Ну вот. Вкусная. Мы же, да? На Кавказе. Здесь нарзан. На Кавказе. Из-под каждой горки бьет ключом. I've been stuffed in your pocket for the last 100 days. When I don't get my bath, I take it out on the slaves. So grease up your baby for the ball on the hill. I'll polish them rockets now and swallow those pills and say, oh. Дневной рацион таблеток. 4 штуки я уже съел, еще 2 нужно. Вот так у нас все просто. Из речки зачерпнули, стали козленочком. Главное, очень осторожно, очень холодно. Вкусно? Необыкновенно. Просто обыкновенно. Я, очень, я бы сейчас ел носом. Да. Вкус зашел на землю. Не было занято. Да. Занято немного. Сделайте мне хорошо. Не знаю, если вы будете определять, будет хорошо или наоборот, я нервный буду. Нервный буду. Мне хорошо, да. Она-то хорошо. Я худею с вас. Да нам-то хорошо. Ну, как щербет? Вообще вкусно. Обалдеть. Здесь так, хорошо. Здесь, по-моему, все уже вкусно. А те как-то отдалились от нас. Они же из Лондона. Островные, как там в лучших домах Лондона? На острове. Они на острове? На острове, да? Вискарем в нас бросьтесь. Две бутылки вискаря к нам. Два шкалика, пожалуйста. Сингл молта. Здесь еще, кстати, сладкая булочка. Сладкая булочка. Ничего, щербет тоже сладкий, нормальный. Ох, где же она? Как она? Где она была? Я тоже сладкий. Блин. Не, не знаю даже. Седая борода. А у тебя тоже белесый такой. Да? Да. Я не вижу настроение. Хорошее.
Ты наелся? Он, да, щербет. Последний да. Десерт. Да, доедаем. Вкусно тебе. Тебе тоже фотограф. Ням-ням. Я чувствую, как я вкусно. Я ощущаю этот вкус. Вкусно. Не, сейчас рюкзаки подрегулировали. Пока я только набираю, еще не худею. Нет, там привал. Высота 2610. Ты брехун. Ждем ребят, они где-то еще внизу. Зато здесь у нас овцы есть. Их очень много, пожрать есть что. Ружья, благо, правда, нет. Ружье есть у этого, у пастуха. Пастуха надо замесить сначала, знаешь. В общем, путь нам туда, за эти скалы. Там и брус, уже немножко. Набрали мы неделька осталась. Есть хорошие новости. Говорят, что дальше таких крутиков не будет. Идем уже почти целый день. Около 6 часов. Хочется плакать. Реально. Сейчас еще не такой крутой подъем. До этого вымотались просто. Хлам. Группа растянулась. Гид. Трое участников идут впереди, метрах 100 от меня. Вот я сзади, еще метров 300-400. Раух. И сейчас не видно еще 3 человека. Двое участников и гид. Цель 3000 метров. Скоро будет темнеть. Надо прибавить, чтобы успеть поставить палатки засветло. Палки очень выручают. Особенно, когда приходится переходить ручьи и реки. Помогают координировать движение. Отбой. Высота 2910. Нашли вот такую замечательную полянку. Сегодня мы тут будем ночевать, дышать, привыкать к высоте. А завтра наш путь будет лежать вон туда. Там уже больше 3000 метров. Должны будем дойти до 3400. И снова ночевка. Сегодня было тяжеловато. Почти 6,5 часов шли. Перепад высоты больше 1000 метров. Ну, нормально. Прорвемся. июля, время, не знаю, 7 часов утра, ну, почти 8, да, собираем, ну да, ночью не спится, под утро самый сон приходит, но надо уже вставать. Мы одеваемся, а то, что он сам в женских лосинах, себе не покажет.
Ну вот, можешь меня заснять. Юль, засними. Сегодня был жуткий ливень с грозой. Проснулся просто от раската грома. Юля говорит, вообще подскочила прям до потолка. Такая вот у нас сегодня погода. Хорошо, сейчас кончился, иначе не знаю, как бы мы собирались. А есть у кого-нибудь холодная вода, чтобы таблетки запить? Вон в речке. Завтрак варится. Холодная? Надо ей часик, пожалуйста, залить. Ты тоже, да, запить? А эти, я чашечку. Да. В общем, сейчас позавтракаем и снова в путь. Голова перестала болеть, это очень хорошо. Да, аспирин. А я допил остатки роскоши, которые на дне прилипли. Я налил воды и допил, да, и мне тоже помогло, наверное. Ты его прям как Ленина сфоткал, давай повыше камеру. А я не фоткаю, я видео снимаю. Так мы сидим тут, блядь, и ждем, когда кончится этот дождь. Спасибо. И тебе тоже, Виталичка. Ну, недавно интересную статью прочел о том, что какие там белки и все такое, если их... это есть без удовольствия, они не усваиваются, прикинь. По-моему, без кайфа, херня. Да. По-моему, это все херня. Да, мне нравится эта тема. То есть, если хреново приготовлено, пошел вон. Высота уже больше 3000. Очень круто поднимаемся. Цель перевала Эрикчат. 3400, там поставим палатку, пойдем дальше на 3700 для акклиматизации. Ребята ушли вперед, я тут немножко открыл карманы, чтобы проветриться. Вот наша остальная группа. Тяжеловато, но нормально. Сегодня переход не такой долгий, как вчера. А еще у нас еще хлеб есть. То есть, в принципе, мы 3 дня протянем. Смотри, да, вот полиэтилен, нас муж опустит. Бери полиэтилен. Мормон даже проснулся. Двойное кусание, вас здесь дисквалифицируют. Я даже нагреваться начал. Все-таки важно быстрее кусать, потому что подумал, что тебе не хватит, и все поэтому греются. И спортивный азарт появился. Смотри, мега укус, давай. Давай, кусай. Колбасу уже покусали. Не, не надо посередине. Это будет свинство. Thank you.
погода меняется. Ветер теперь дует в другую сторону. И мы очень надеемся, что сегодня ночью не будет дождя. Завтра тоже. Сегодня был жуткий ливень, но нам делать было нечего, и мы все равно поднялись вон туда, вон эту шишечку посередине, которая 3800 метров. Подышали там, порезвились, посмотрели на восточный склон Эльбруса, на лавовый поток. Полностью Эльбруса не было видно в плохой погоды. Сейчас даже солнышко выглядывает, класс. Может быть, даже вещи просохнут. Потому что мокрое все насквозь. Вот так это сухо. Вещи. Вот так. Илья, что скажешь о сегодняшнем походе? Все хорошо, только в конце на спуске сильно быстро спустились. 3800 на 3300, 500 метров быстрый спуск и накрыло в конце. Ну а да, так, есть такое. Сейчас... А так, в принципе, ничего неплохо. Наклоне? Дим, я освободил, я могу тебе здесь. Да, сейчас я тоже. Прямую эстафету. Спокойно, да. Посмотрите, если есть у тебя вещи мокрые, давай их. Да, сейчас вот, вот так вот мы сушимся по мере возможности. Так, очень мне понравились красоты. Как мы фотографировались, как мы прикалывались. То есть душа компании, все. Да. Нельзя назвать одного, все. Спасибо вам, ребята. Ну вот наш бивак. Было тяжело, но вчера было тяжелее. Да, вчера было тяжелее намного. Потому что вчера набор высоты 1000 метров, 1100 даже. Там у нас идет готовка ужина. Ну, в принципе, если погода будет такая, настроение всех резко улучшится. Физическая нагрузка после радиального выхода. Грязная работа. Да, но на самом деле полезная работа, как с точки зрения укрепления палатки, так и с точки зрения акклиматизации. Сейчас мы... Ну, чуть-чуть поднапряжемся, зато потом легче будет высоту переносить. И пульс стабилизируется. Сон, жди папа, сижу. Давайте я кому-нибудь передам. Давайте. Не будем злоупотреблять, стоит. Никто не хочет сейчас очку еще передать? Не, я уже два съел. Я ел. Ой, хорошо. Есть кусочек хлеба, ребят, давайте. Очень хорошо. Как-то раскидаем. Кусочек маленький. Еще и хлеб у нас есть. А вы раскидайте, а хлеб особо не очень. Да не очень, да? Ну, можем его покусать. Потому что резать. У меня кашки нормально хватило. Лучше его покусай, потому что покрошится, да. Да. Сань, кусай, кусай и передавай. Им кусай, на, и передавай. А, ты так даже. Мне не надо, я. А тебе нет, не надо. Хватит. На. Макс, не говори девчонкам, что у нас хлеб есть. Не говори им. Это моя чашка была, Виталик. Я замерзла очень. Когда, в какой момент? Когда пришла отсюда, мы тут сидели, и в этот момент я замерзла, поняла, что носки мокрые из-за этого. А когда поднимались, спускались, не замерзло? Ну, мне только руки замерзли на горе. Сахар нашли. Понравилось сильно. Там наверху? Да, очень классно. Жалко, такое озеро хорошее. Да. Лед ледники такой голубой. Вот эти голубые, да, которые будут долго. Макс, а подай, пожалуйста. Таять, вернее, которые я уже могу, тают очень долго. Да, было классно. Но было не классно, когда мы собирались в дождь. Ну да, вот это было вообще жесть. Просто ты из нее пил, терапию, я помыл ее. А, я тебе давал кружку, где ты ее делал? Там, вот она. Фрики. Кровать-то где? Вот и кровать-то где стоит. Кровать-то.
касатики. Все сидят, что-то тупят. Тупят именно. Доброе утро. Ты снимаешь, да? Да? Я не знаю, ну мы дожили до утра, да? Как спалось? Не говори, я вот тоже... Нормально, смотри, синяков нет сверху вот этого, от крыши нашей палатки. Потому что я полночи лежал вот так. Ты полночи вот так, я ногами сверху... Как, Дима, ты лежал? Вот так вот держал я. Почувствую себя титаном, держишь. Да, это колосс. Я ноги вверх ставил, потому что бился. А там ты держишь. Такое ощущение, что туда пришел и прикалывает сверху, она прыгает. Я сначала держал палатку, потом решил, ну нафиг. Я все равно менять не унесет. А он сегодня день. Напугать тебя? Товарищ ты. Получается, сколько человек? Трое. Сегодня у Ромы день рождения. По этому поводу мы все нажмемся после нашего восхождения. Первым же попавшимся в кабаке. Я согласен. Я. Это было так вступление, теперь я ты продолжи видео поздравления Ромчика с днём. Готовимся к заброске на Эльбрус. Завтра будет тяжелый день, я думаю. Это наш домик. Решили не выпендриваться и в палатках не ночевать. Последняя ночь комфорта. Купили сегодня барашка. Наполовину разделали. Сегодня у нас будет шашлык-машлык. Рав, как дела? Чё? Чё? Будет сегодня шашлык-машлык? Шашлык-машлык будет, все дела будут, все будет нормально. А там ребрышки взяли, да? Да, в основном ребрышки, немножко там. Вариации на тему. Вот этот человек, сколько ты раз заходил на Эльбрус? А, ну это второй раз будет за второй год. Просто вопрос в весе, как бы. Первый раз я выходил в супертяжелом весе. 130 кило. Сейчас поменьше. Но цель как бы дойти со 130 до 85. Я работаю уже второй год над этим. Вот человек идет к цели своей, не отступая. Понятно. Ну вот, человек-герой. Геморрой. Ну пока что я не почувствовал лично. Не знаю, как там у вас в палатке. Не, в палатке все хорошо, вопрос женщины. Все будет нормально, я думаю. Да, главное, чтобы погода была классная. А не как, блин, у меня позавчера. Я думаю, будет отличная погода. Ну, слушай, как говорят, новичкам везет. Вот. У меня почему-то тоже хорошее предчувствие. Кому повезет, тому и петух снесет.
Вот такую красоту нам сегодня сделали, да? Да. Правда, мы еще не пробовали, может, здесь удобно, просто выглядит хорошо. Ну, аппетитно, да? Сейчас собираем рюкзаки для того, чтобы забросить вещи на 400. С сегодняшнего дня начнутся настоящие испытания. До этого было тяжело, но будет еще тяжелее, скорее всего. Пизди! Мы же договорились без матов. Без матов, я ничего не говорю. Ну ладно. Сука, я столько так. Бля, вот. Все будет хорошо, не волнуйся. Да, мы тебя поддержим. Хорошо. Санек, доброе утро. Доброе. Носки твои не высохли, блин, вообще мокрые. Плохо сушил. Это ты. Орудие убийства. На ютубе кино сделаешь? Наверное, не знаю. Если ребята разрешат. Мы разрешаем. Ну а как же, подробно, для следующих поколений. Хорошо. А ты назови, кто это? Самая взрослая участница. Это Галина. Привет. О, Марина, привет. Как самочувствие? Уже лучше, но еще хрипнул. Дыши носом. Дыши носом, да, или ушами. Да. Ну, тоже как вариант. Да. Это Галина. Самый опытный участник нашей самый экспедиции. Самый взрослый. Самый старый. Но медленный. Но с таких людей надо брать пример. Спасибо. Прибыли на 400, привет 11, так называемый, или привет Мария, тут уже все запутались. 11, да. Не Марина, Мария. Вот. Пытаемся разложиться, но это, конечно... Пока все просто, но сейчас уют наладится. Ну да, тут так тесно, что ну, вот, по очереди тут только... По очереди будем спать. Кого палки? Будем по очереди спать. Пенку достанем. Раз повторить. Ребята, как дела? Ничего так, нормально. Сейчас уже кончу. Мы представляем себе ресторан. С коноплей. Прикинь, накрутили. Кажется, что мы на Эльбрусе. Ресторан высокой кухни. Да, да, довели. Она жарит! Руки жарит! Вот это драться! Классика! И даже музыки не слышали. Мы вам музыка включаем. У нас ресторан высшего класса. Идем за водой. Здесь уже все по-жесткому. Снимайся, купаться будем? Я думаю, после восхождения, да. Смотрите, такое озеро. Ну, а вообще, Эльбрус должен быть где-то вон там. Вон там, да. А пришли мы. Фу. Пришли с юга.
Мы на 5000. Это было тяжело. Не тошнит, по крайней мере. Не тошнит, это хорошо. Юля, ты жива? Ты как? Ты пойдешь завтра? Конечно пойдет. Конечно пойдет. Не только пойдет, она дойдет. Она дойдет, да. Она сильно девушка. Значит, пойдешь. Не знаю, ребята, какую я кошки не снимаю. Эту девочку тоже чуть не вырвала, представляете? А какую? Ну, которая сама нашла. Юля, сейчас? Нет, она, да, когда она упала на ледоруб. Вот он, красавец, открылся. Мы сегодня забрались довольно-таки высоко, на 4930 метров, но не собираемся на этом останавливаться. Судя по всему, погода будет хорошая. Мы попробуем это сделать. Очень устали, надо будет восстановиться. На это у нас есть примерно 7 часов. Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек. Для остановки нет причин, иду, скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди некожевых путей один пусть мой, среди невзятых рубежей один со мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон. Там пробка, застряли ребята. Осталось им чуть. И тайну чьих-нибудь следов гранит, хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов. Ребята, 10 шагов. И свято верю в чистоту снегов. Я скандер замерзнет. И слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнения я смог в себе убить. В тот день шептала мне вода всегда, всегда. Просто нереально. А день, какой был день был тогда? Жесть. Ах да. Как мы туда поднялись, я не представляю. Там все, кто еще идет наверх. На Эльбрусом, а начальники они ходили. Виталик, меня носили туда. Что ты скажешь? Ты мне так сделал, да? Я очень доволен. Да. Спасибо большое. Если бы не 6 таблеток от головы, я бы, наверное, не дошел. Ты 6 таблеток выпил? Я вам не говорил, просто я их жрал. Сосал. Сосал. Я водил по ним языком. Как настроение? Ну, хорошо, но пока ты... еще не могу ничего сказать, потому что как-то усталость. Усталость накатила. Давайте нам хотя бы устал. Эмоции были очень большие на горе. Ну да. Я расплакался. Не помню, когда я последний раз плакал. Можете не плакать. В холода, в холода.
от насиженных мест. Нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест, в холода, в холода. Неспроста, неспроста от родных тополей нас суровые манят места, будто там веселей. Неспроста, неспроста, как нас дома не грей, не хватает всегда новых встреч нам и новых друзей. Будто с нами беда, будто с ними теплей. Как бы не было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может, здесь, может, там. 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 Где же наша звезда? Может, здесь, может, там.